Захват земли. За первое полугодие 2017 года в Одесской области инспекторы обнаружили 143 самовольных строения. Из них 39 в прибрежной полосе. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в Одесской обладминистрации. Причал 218. Громадское объединение добровольное товариство рыбалок аматорів село Крижановка. Дуже багато там набудовано різних об'єктів, курників, куренів, прибудови, надбудови різні. На сьогоднішній день встановлено особи 17 осіб, які здійснювали будівництво. Їх, звісно, набагато більше, понад 200. Одного з них вже притягнуто до відповідальності. При этом механізм сноса таких зданий в регіоні не виробітан. Когда руководитель инспекции сказал, что я думаю, что очень мало было снесено за время независимости, я думаю, ни одного объекта не было снесено. Как минимум, даже после того, когда существуют все документы по решению судов о сносе, сразу стоит вопрос, за чей счет нужно это все сносить. Губернатор считает, что следует продумать и подать изменения к нормативно-правовым актам с целью упрощения этого процесса.